поделюсь с вами очень вкусным и очень при этом простым рецептом чизкейка с белым шоколадом без выпечки. Я, правда, добавила и черный шоколад, но в творожную часть добавила белый, вкусно очень вышло. Перед вами простой рецепт чизкейка с белым шоколадом без выпечки, и я вам с радостью расскажу, как приготовить этот вкуснейший десерт. Получается как бы медово-сладкий нижний слой из печенья. У меня было печенье с ароматом меда просто, затем, нежнейшее облачко творожного слоя с белым шоколадом, а потом, шоколадная глазурь. Вкусно и очень красиво. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Печенье измельчим в крошку, смешаем с растопленным сливочным маслом и утрамбуем на дно форм, чтобы получился вот такой корж основа. 2. Дальше смешаем творог и сметану так тщательно, чтобы смесь превратилась в крем без крупных зерненок творога, добавим к ним белый шоколад и при помощи миксера еще раз все перемешаем и измельчим. Дальше добавим 50 грамм растопленного черного шоколада и перемешаем, эту смесь разровняем поверх коржа. 3. Оставшийся черный шоколад растопим, смешаем с молоком, чтобы получилась вот такая жидкая масса, и выливаем поверх крема. 4. А теперь также быстро растопим белый шоколад, начинаем выливать его поверх темного, зубочисткой делая разводы рисунки. Пусть постоит в холодильнике хотя бы 6 часов, а затем достаем из формы и подаем. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Печенье песочное, 300 грамм. Творог, 500 грамм. Сметана, 100 грамм. Белый шоколад, 150 грамм. 50 грамм сразу отложите, это для украшения. Черный шоколад, 100 грамм. Масло сливочное, 80 грамм. Количество порций, 5-8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите снова.